Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 3М 3х6. Одну в прошлом году поставили. Рядышком ставим вторую. Приступаем. Продолжаем монтаж теплицы арочной 3М. Ушили торцы, собрали каркас, брус. Клиент сам тут намудрил маленько, но нормально. Тут 100 на 100, тут доски 50-е. Ну, в общем, пойдет. Все. Две формуги будет. Обшиваем, перекрываем. Продолжаем. Закончили монтаж. Теплица арочная 3М. 3 метра в ширину, длину 6 метров. Шагом метр можно сделать любую длину. Свальная конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20. В торцах дверях 20 на 40. Полимерно-порошковым способом окрас, цвет шоколад. Поликарбонат, плотность 0,8, 4 мм, толщина соты, защищены перфолентой торцовым профилем. На торцах уплотнительная резинка. Козырек отлив. Фундамент брус 100 на 100 по бокам, на торцах доски 50. Два ряда клиент сделал сам. Дал материал, мы делали сами. Здесь дверь с форточкой. Отдельно. Можно вместе. Далее это дверь цельная. Теплицы укосены для большей жесткости конструкции. И две коньковые формуги с автоматическим проветриванием. Средняя арка в виде фермы для еще большей жесткости конструкции. То есть все четко, мощно и красиво, просторно. Все. Также рядом с этой теплицей в прошлом году устанавливали точно такую же. Стоит четко, вообще как новая. С такими же формулями, все так же зеркально. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока.